Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Кэндлмен. И, скорее всего, это будет последняя серия, после того, как мы упали во тьму, после того, как наши надежды стать маяком провалились, наш маленький фонарик, или как его назвать лучше, наша маленькая свечка, просто сдалась. Зачем светить, если света слишком мало? Давайте продолжим. Здесь осталось всего ничего, ребят. 10 уровень. Называется «Маленький огонек проснулся в темноте». Здесь уже какие-то другие монстры будут. Другая локация интересная, видимо. О-о-о, мой бог! Что это? Фух, сломанные лампы и заброшенные шестерни. Я уже думал, это какой-то... Стали опасными в его глазах. А, то есть ему кажется, все, понял, понял. Теперь ему кажется то, что все это опасно. После того, как он повстречал маяк, понял, что он нифига не хороший. Пугающие картины окружали огонька. Блин, круто. Воу! Все понял, я понял, понял, понял вас! Нифига себе! Меня чуть не спалили в самом начале игры. Вот смотрите, какая маленькая свечка осталась. То есть теперь нельзя даже к свету этому подходить, потому что он опасен. Он уничтожает нас. Круто. Здесь, видите, вот такая вот есть штука. Тень. Поджигаем. Убегаем. Здесь нужно вплотную подойти к этому. Да, там тень. Так, чекпоинт. Зажигай. Так, 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 так. А чё, они гореть-то будут? What the fuck? Почему сейчас урон нанес? А это что такое слева? Я боюсь даже поджигать. Вы чё, издеваетесь надо мной? То есть они загораются в тот момент, когда видят мой огонь? Офигеть. Смотрите. Загорается, когда мой огонь видит. Офигеть, не встать. Интересно. Ладно, теперь это я понял, как это работает. То есть мы должны вплотную подойти к этой штуке. Там тень у нас появляется. Видите? Ой. А, это было... Господи, очень тяжело. Очень тяжело. Не понимаешь, куда идти нужно. Приходится в темноте постоянно. Прям каждый шаг умерять. Фу, окей. Окей. Может быть, это сон, говорят? Сон свечки? Неплохо. Я не знаю, куда идти. Перепрыгивать надо. Раз, два, три. П-
Пипец. Вообще ничего не видно. Куда я прыгаю? Я не знаю, но я не вижу ничего. Я действительно ничего не вижу. То есть мне нужно было действительно туда идти, к той свече и дальше. Я просто боюсь то, что я сейчас подожгу себя. Ну, то есть свет появится, и потом меня уничтожат сразу же. Это опасно. Так, раз, два, три. Здесь куда? А, вот здесь проход был. Окей. О, так вот! Мы раньше двигались к синему свету. Сейчас мы двигаемся к желтому. Маленький огонек проснулся в темноте. Вот. Прикольно. Прикольно. Очень классно. Так, это вообще фонарик из стороны в сторону двигается. Офигеть, не встать. Ну-ка, давай, вали отсюда. Здесь я смогу пройти? Опасно. Должен смочь пройти здесь, потому что, видите, она из одной стороны в другую идет. Свечки не буду поджигать, ребят, это вообще ненужная вещь. Ну, то есть только если которые на пути идут. Как и, в принципе, было раньше. Так. Блин, круто сделано. Чекпоинт. Ой-ой, не успею, да? Не успел нормально. Кое-как. Ну, а чё? Всё, живой, фух. Успеем? Не успеем же нифига. Мы сейчас должны. Так. Вот сейчас спокойно иду в этой темноте, и там в любой момент может быть дыра. Я как бы это не осознаю, пока не дойду, блин. Пока не упаду в эту дыру. Окей, ладно. Вроде пока что все нормально. Ну или, по крайней мере, более-менее нормально. Так, нам нужно находиться в этой штуке. В этой тени. Там потом будет камень. Мы в этот камень должны будем зайти сейчас. Вот он. Бэнк. Готово. И к чему у нас приведет этот камень? Вот к этому проходу, да, правильно? Да. Ой! Да блин! Да я ж прыгнул! What the fuck? Вот, блин, ну блин. Я ж почти прошел. Ну пипец, просто. Полчаса там ходишь по этим штукам. И падаешь просто на тупости какой-то. Просто уже конец. Уже конец игры был. Дерьмо. Просто дерьмо. Так. Успел! Воу, MLG! Просто по таймингу. Хорошо. Блин, можно было уже пройти. Ну, блин, там такая ямка маленькая. Там такая фигня просто. Зачем так делают? Вот зачем? На самом деле я хотел прыгнуть, но я, то есть, нажал. А, видимо, я как-то не так прыгнул просто.
Е. Отлично. Монстры бродили повсюду. Вот такие вот монстры будут бродить. Я не знаю, что они означают, эти монстры. Какие-то пеньки. Почему именно пеньки? Я не знаю. Сложно. Воу! Он идет ко мне. То есть он идет прямо на свет. Я зажег же. Почему не зажглось? Он идет прямо на свет, смотрите. Он чувствует меня? Круто! Крипово и круто одновременно. То есть он видит маленький огонечек во мне, да? И сразу обращает на меня внимание. Вот видите, маленький огонек. Он прямо на меня сейчас смотрит. Круто. Тек. Ой, как-то крипово уже стало. Чё происходит вообще? Чё за жопа? Воу! Нифига себе! То есть меня подсвечивает этот свет, и он успевает меня сожрать? Вот же жопа. Блин, там до чекпоинта по-любому капелька осталась. То есть мне нельзя быть подсвеченным. Они не едят как бы в свет. Они едят именно меня. Просто мне нельзя быть на виду. Прикольно. Сложно, но прикольно. Сейчас пробегаем по-быстрому. И слева. Готово. Так, здесь этот засранец должен быть. Я уже думал, все, конец. Я упал. Чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Просто бежим. Все, этот чувак не может выше забраться. Это хорошо. Так, сейчас по тени нужно идти. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тень где-то есть. Вот она. Здравствуй. Пенечек, который хочет меня сожрать. Ведь за мной пошел. Ой. Вот дает. Ой. Ну, глупец. Что за пенечки? Нам, наверное, не скажут, не расскажут. Блин, вот здесь вот уже сложно. Пипец! Нафиг мне этот... Это свечка, блин, которая там зажигается. Мне вот этого надо приманить. Иди сюда. А, не, не надо, не надо. Все понял. Понятно, я умер. Почти. А я уже никак не смогу, да, видимо? Да, здесь уже никак. Пенек! Сраный пенек! Куда ты пошел-то за мной? Видите, меня и так свет отбивает, так еще и пенек за мной ходит. Успею? Не успею. Пипец! Хватит издеваться. Нужно ждать! Пипец! Вот специально сделали для того, чтобы я немного ждал еще, стоя здесь. Стоя здесь. Ну, тупость, тупость, тупость. Что убийство времени. Ой-ой-ой. Блин, какие же сложные вот эти вот моменты все-таки пошли.
Так, окей. Отстань от меня, пенечек. Фух, нам сейчас надо как-то туда, да, добраться теперь. Идем. Сейчас будет тень. Вот она. И по тени мы вот так вот медленно и верно идем к выходу. Зря, наверное, сейчас посветил. Хотя нормально. Наконец-то. Наконец-то дошли. Пипец. Да, это надолго, походу. Это надолго. Но здесь остался-то всего последний уровень. Посмотрим, будет ли дальше уровни. Это мне интересно. Он побежал изо всех сил. Ой. Ой. Здрасте. Здрасте. Куда идти надо? Ой, больно же. А, он лампочки ест. Серьезно? Он лампочки ест? Ничего не понял. Это удобно. Это удобно. Смотрите. Все, минус лампочка. Оу! Я ж на свету сейчас стою. Взял, тупанул. Хорошо. Ой. Пускай идет туда. Включаем свет. И бежим, 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 бежим. А мне нужно этого чувака с собой брать? Или что? Иди сюда. Знаете зачем? Тем, чтобы он мне давал тень. А, не для того, чтобы он лампочку съел. Так намного проще. Так действительно проще. Так. Ти-ри-ри-ри-ри. Иди сюда. Кушай лампочку. Приятного аппетита. Отлично. А-а-а! Опасно было. Где чекпоинт? Здесь мы уже не умрем. Подожди-ка, здесь механизмы опять. Нам туда? Нам не туда. Медленно и верно падал вниз. Угар. Ладно. Прикольно. Нам сюда куда-то надо было. Как же долго она крутится, эта штука. Так, ну давай, чувак. Сейчас на тебя вся надежда. Кушай лампочки опять. Блин, зря, наверное, да, в эту сторону? Давай-ка сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. А, не, не нормально нифига. То есть мне нужно сначала левую и правую сначала дать ему съесть. Сюда. Ну, либо левую, можно просто одну съесть, и все. Да, в принципе, и правую можно дать съесть. Иди кушай. А я умер почему-то. А-а-а, офигеть! Да ладно! Мне не хватило все-таки воска. Пипец. А что так сложно-то? Так. Сюда. Ай-яй, что-то я тупанул. Ну все, это проигрыш. У меня не хватит сил нормально зажать. Да, печалька. Сюда беги. Кушай!
Ну что ты не съел-то ее? Вы что, офигели? Пипец. А что делать-то теперь? Он ее не ест. Он прям рядом с ней стоит и ничего не происходит. Что за жопа? Блин, сейчас опять 1,5 километра бежать. Ладно, думаю, мы пробежим. Не так уж и сложно. Чё он ко мне пристал? Сейчас быстренько сюда. Вот это он съест 100%. Также вторую надо съесть. Кушай. Дойдет? Дошла. Фух, господи. Работает. Блин, плохо. Не дошла, видите. Сюда иди пока что. А теперь сюда. Готово. Фух, и дальше уже свет какой-то у нас появился. А, все, понял. Мы все правильно идем. Не понял. Воу, беги! Беги, чувак! Он бежал и бежал. До тех пор, пока ужас света оставил его. И пугающие звуки исчезли. Из ниоткуда послышался слабый голос. Свет солнца, наверное. Блин, круто, круто. Ответ от далекого стороны приносил чего? Ответ от далекого приносил ответы? Чего? Ладно, идем к свету. Наша свеча замерзла, заметьте. Мы должны идти к свету. Воу! Все лучше и лучше освещает, кстати. Но тоже периодичность есть, заметьте. А, он освещает нам свет. Смотрите, это наш свет. Когда горим мы, тогда горит и этот свет. Он отвечает нам. Офигеть. Он освещает нам путь. Здесь свечка. А ну-ка, давай зажжем. О, как она освещает-то мощно. Зачем здесь чекпоинт? Видимо, с этого момента сейчас будет сложно. Окей.
Видимо, с этого момента мы можем погибнуть, и для этого нам дали чекпоинт. Хорошо. Я не знаю, но мне кажется, ребят, нам освещает сейчас солнце. А может быть что-то другое. Но как только, видите, мы зажигаем свою свечу, нам дают понять то, что вот, мы тебе осветим путь. Даже если твоего огня будет мало. Хорошо. Перепрыгиваем. Да, смогли. Так. Сюда. Сюда. И сюда. Ну, конечно, я дошел до конца практически. Я упал в самом конце, конечно. Так и бывает всегда. Это как бы... Как действительно я умею играть? Дойти до конца и умереть в самом конце. Это мое. Так, ну ты можешь быстрее, свечечка, пожалуйста. Мы это уже проходили. Блин, господи. Что ж так сложно все? Давай, 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 давай. Беги. Там уже не нужно было прыгать, там уже все. Я взял, упал в том месте. То есть, видите, как только мы загораемся, мы сразу оставляем за собой пятно воска. Хоп. То есть нам показывает то, что мы действительно уменьшаемся. Хотя не всегда. Не всегда оставляем пятно воска. То есть, видимо, наверное, какой-то уровень проходит. Ебой. Ну да, я же говорил, в самом конце упали. Это я умею. И вот что это интересно светит? Мне интересно очень. Может быть, какой-то фонарь? Может быть, солнце? Может быть, другая свеча? Следуя голосу, огонек пошел к свету. Это свет чего? Что это такое? Несмотря на то, что его свет не был таким ярким, как свет маяка, его пламя тоже способно указывать ему путь. Круто. Очень круто сделано. Утративший полностью надежду, веру в себя, наш огонек все-таки пришел к тому все равно, к тому, что он чего-то-то стоит. Круто. А что делать-то здесь надо? Еще опять цветочки какие-то. Что это такое интересное? Непонятное. Поджигай. Теперь от нас тень тоже исходит. Где она была всегда? Сейчас будет, видимо, вода нам мешать, да, действительно.
Сейчас, видимо, будет вода мешать. Хотя до этого она нам, по сути, мешала, но не так сильно. То есть она как бы была. Ты куда? Не можешь запрыгнуть, чего ты? Готово. Лед! Это лед, офигеть! Вот в чем соль. В горшочек прыгаем. А чего он тает? Из-за того, что свет есть? А куда идти-то? А куда идти-то? Здесь некуда идти же. Здесь некуда было идти. Там везде был раздолбан лед. Неужели мне нужно на горшочке кататься? Вы сказали бы мне об этом? Смотрите, он так-то не лопается ничего. Он, видимо, от света именно лопается. Смотрите, здесь тоже есть этот. Да, действительно. Нет, не лопается от света. Не знаю почему. То есть, а, не, вот лопнул. Странно все, очень странно выглядит. Там, кстати, вверху была тоже свеча, но мне она нафиг не нужна. Круто, круто все равно. А я ж поджигал эту свечу. Почему она сейчас не горит? А, видимо, на этом моменте нам и должны были показать то, что вот. Ты можешь плавать со свечой. Лед будет топиться. Круто, очень круто. Бэнк. То есть и здесь мы должны были делать абсолютно то же самое. То есть хоп. Нифига не топится он. А, вот все. И поплыли. Какие-то пиксели здесь видны. Подожгли. И поплыли дальше. Фух, я чуть не упал. Крутотенька. Ой, крутотенька. А чё, будет ломаться-то он? Непонятно вообще. Непонятно, как эта система все работает. О, чекпоинт. Тебя-то я и искал. Хорошо. Сейчас опять растопится эта штука, да? Мы можем дальше плыть. Да. Я вот не знаю, правда, как. Смотри, здесь течение слева. Показывают нам специально. Видимо. Видимо, специально, я не знаю. Так. Плывем через все эти штуки. То есть не задевая их. Левее. Давай, свечечка. Я знаю, ты сможешь. Вон там еще свеча. Вот, мы сейчас туда пересядем, ребят. Туда сейчас пересядем. Там будет лучше. Все. Теперь даже здесь свет есть. Управляем. Вот теперь-то у нас все будет топиться. То есть любой топ лед растопится. Любой топ разлюдится. Так хотел сказать. Так. Круто. Ой, круто. Главное, в общем-то, эта игра вот чему учит, скорее всего. Главное верить в себя. Если вы пытаетесь, то, скорее всего... Даже если у вас что-то не получается, все равно вы пытаетесь. Вы уже лучше тех, кто не пытается. Значит, вы уже из себя что-то представляете. Вот, наверное, чему эта игра учит. Но это лично мое мнение, я не знаю. Возможно, немного неправильно интерпретировал, но приблизительно что-то в том плане. Маленький огонек сел на речной фонарь и снова отправился. Отправился. Окей. Речной фонарь, вот как это называется. Круто. Давай быстрее плыви. Почему так медленно?
Так. Сюда плывем. А, главное не касаться, да, этих штук. Я так понимаю, наш цветок будет ломаться. Опасно сейчас было. Или мы сразу потонем. Одно из двух. Одно из двух точно. Либо мы сразу потонем, либо мы просто лепесток один потеряем, либо чуть-чуть такого. Окей, главное не касаться. Не касаемся, не касаемся. Сюда, сюда, правее, правее, правее. Теперь прямо. Теперь можно даже ничего не нажимать. Теперь левее, наверное. Потом правее, наверное. И мы пришли к чекпоинту, окей. Довольно-таки быстро даже. Оп. В принципе, по льду можно ходить. Я так понимаю. Наверное. Но главное... свет не это. Короче, вы поняли. Осторожно быть. Нужно быть осторожным. Нам нужно сейчас пройти здесь. Переплыть. Давайте сделаем это. Видите, чтобы не тратить свечку, можно было просто зажечь эти свечи, и они нам дадут возможность пройти дальше. Так что все нормально. Так. Ну быстрее, быстрее. Плыви. Плыви, свечечка, плыви. Давай. А здесь уже холодно. Здесь уже холодно, заметьте. Или мне всегда было холодно. На протяжении этого уровня. Чуть не обратил внимания. Там тоже свечечка. Но я ее зажигать не буду, потому что не хочу. Так, по течению. Вы наверняка мало что видите здесь, но я плыву вроде бы хорошо. Так, здесь что у нас? Опять лед. Ну давайте его растопим. Топись! Как же долго топится-то, кстати. Или не нужно топить его? Давайте попробуем пробежать, окей. Нормально! Приплыли к другой свечке. Все, плывем. Здесь, скорее всего, уже... Не, здесь капелька осталась, видите? И все. И мы выплывем. Слышите? Журчит вода. Там, скорее всего, ручеек, который ведет на поверхность. Хотя это не точно, но мне так кажется. Нет, это просто ускоренный вот этот ручеек, понятно. Главное сейчас об эти колючки не убиться. Не убиться, не убиться. Все хорошо, вроде бы. Тихо, 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 тихо. Нормально, нормально. Воу! Все, мы пришли к чему-то. Мы к чему-то пришли. Несмотря на то, что он не так высок, как маяк, он может принести тепло и растопить лед в ночи.
Возможно, отсюда он сможет найти путь наружу. Опять это все-таки не конец, ребята. Опять это все-таки не конец. Пипец. Я не знаю, сколько здесь глав. Но прикольно все равно все. Мне нравится. Ладно, ребят, продолжим уже в следующей серии. Мне лично понравилось. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылки в описании и в шапке-канал. Это была игра The... Не, без The. Просто. Candleman. Надеюсь, ребята, мы пройдем ее в следующей серии. Потому что сколько можно. Сколько можно. Спасибо всем за просмотр, с вами был Лекс, всем добра.